На службе у города Владимир Прудников почти 40 лет. День, когда он приобрел новую профессию слесаря-сантехника, до сих пор помнит наизусть. По словам специалиста, выбор этой работы – счастливое стечение обстоятельств. Сам он закончил речной техникум, а после армии работал на заводе. Вскоре обзавелся семьей, и нужно было думать о жилье. Тогда и появилась перспектива овладеть новой профессией. Довольно быстро получила, пришлось отрабатывать этот срок. Втянулся постепенно. Вот. Отработал, а уже потом вошло как бы в привычку. Ну, и увлекло маленько все это. Ну, пришлось работать до сих пор. В обслуживании Владимира и его бригады порядка 400 домов Самарского района. Возраст некоторых зданий более 70 лет. На своем участке бригада занимается обеспечением тепла и водоснабжения, а также прочисткой канализации. Некоторые сложности, по словам Владимира, иногда возникают из-за износа коммуникаций. Но сейчас в большей части домов система отремонтирована, стоят новые задвижки и трубы. Обслуживать такие объекты стало намного легче, отмечает слесарь-сантехник. Тепло, вода, канализации, все это удобство для жителей города имеет большое значение, считаю. Так вот мы стараемся по мере возможности все это дело поддерживать. По словам Владимира Прудникова, практически все и всегда идет по плану. Правда, иногда случаются и внештатные ситуации. Решить их помогают многолетний опыт и смекалка. Газовики обслуживают это. Ну, вода замерзает у них частенько. Вот мы ее отогреваем. Особенно этой зимой. Где-то горелкой, где-то феном, где-то горячей водой. Вот. Трансформатором отогревали, тоже большие участки. Накануне профессионального праздника Дня работников ЖКХ за безупречный труд и значительные заслуги Владимира представили к награде от главы города. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.